я знаю, что я не Бен Ладен. Я Сара Тамази. Я пережила с трудом валангу порочащих выдумок, созданных для нейтрализации априори банальных личных подробностей, которые, как ожидалось, я бы могла рассказать, потому как очевидно, что я не являюсь хранительницей секретов государства. Касательно моего белья, обещаю, что сниму его, если будет необходимо, для распространения в мире знания о преступлении банковского сеньоража, первичного и вторичного, против которого сейчас выступают и депутаты. Антонио Ди Пьетро, пользующийся большой социальной поддержкой за то, что поднял на рассмотрение парламентариев этот жесткий вопрос и, что, будем надеяться, привлечет внимание общественности. Сеньораж, одним из ужасных плодов которого является, например, тот факт, что ни я, ни Бен Ладен, как не был Бен Ладеном и тот человек, что был убит правительством Обамы, потому как известно, что Бен Ладен мертв вот уже 10 лет, и что ложно все то, что, лишь бы казалось, что он жив, относят на его счет, включая детей и его предполагаемых жен. Долгая и изощренная комедия, которую важно разоблачить, потому как внушать нам, что он был жив и возглавлял террористов, было необходимо экономической власти, банкам, как мотив для войны в Афганистане, для возможности продажи оружия и боевой техники военной промышленности, и в целом, чтобы оправдать репрессивную и предоминантную политику в Палестине и в мире. Причины, которые были использованы как республиканцами, так и демократами, как фашистами, так и коммунистами, как в Америке и в Испании, так и в Италии. Потому как от ультраправых до ультралевых каждый политик дудит в свою дуду, но все они являются частью одного оркестра и играют ту же музыку. Музыку, написанную для них экономической властью, в услужение которых, за редким исключением, работают все, от Берсани до Саркози и Обамы. Все на практике бесполезные защитники добра, красоты, справедливости, пользы, в сущности, вульгарные моралисты и все банковские марионетки. Какое отношение имеет это к книгам моего друга Джино Марра? Имеет отношение, потому что главная тема в лабиринте женственности не только сентиментальная, еще и экономическая, политическая, банковская. Более того, стратегизм и его теперь уже патологические вырождения являются фундаментальным ключом к прочтению человеческого поведения и основной причиной кризиса общества. Это факты, дорогой Обама, по которым ты не должен злиться на меня, но если уж будешь, то на Джина, потому что это он их написал и поручил мне озвучить их для тебя. Хотя я бы не советовала тебе отвечать ему, потому что он, в отличие от всех вас, не пустая марионетка в руках экономической власти. Более того, все, что он должен был сказать мировой политике и тебе, он многие годы пишет в своих документах и книгах. Книги, как «Лабиринт женственности», «История Джованни и Маргариты», «Сам ты сумасшедший» и многие другие, которые будут все сейчас опубликованы в интернете на 10 языках, и это одна из главных причин, благодаря которой пока еще не велели его убить. Ведь книги мертвого распространяются быстрее, чем живого. Прочитай их и ты. Твоим друзьям-банкирам, тем, с которыми ты отягчил долгами Америку через первичный и вторичный сеньораж, не понравится. Но тебе, твоей Мишель, Америке, целому миру, нам всем это пойдет на пользу.